Привет, друзья, с вами Раш Нарензука. Мы продолжаем играть в Наруто Шипудин Ultimate Ninja Storm Revolution в режиме похождения ниндзя. Специально для фанатов я включил сейчас японскую озвучку, и мы посмотрим сейчас тот же ролик, что был в конце прошлого видео, но с японской озвучкой, для того, чтобы вы ее оценили и написали в комментариях, какая же озвучка все-таки лучше, японская или английская. Ну, скорее всего, все будут за японскую, я так думаю, потому что, ну, большинство за это были, большинству не нравилась английская. Надеюсь, многие это одобрят, не найдутся тех, кто против японской озвучки. Итак, мы продолжаем, значит, основание Акацуки. Или Акацуки. Сюгекида. Все окончено. Нет, это еще не конец. Сейчас Ренеган. Что? Могучий толчок. Что? Что это было? Орочимару. Игры кончились, Орочимару. Займемся делом. Хе-хе-хе, ты прав. Я думал, что смогу справиться с тобой, но... Похоже, это не так просто. Хорошо, поговорим о деле. Почему вы не предложили мне присоединиться к Акацуки? Ах ты... Я ведь уже сказал, что мне очень любопытно присоединиться к вашему маленькому отряду. Присоединиться — самый простой способ утолить мое любопытство. Разве я недостаточно доказал свою силу? Громкие слова, учитывая, что я одолел тебя. Я ведь тебе просто поддавался. Ты же это заметил, да? Я вас не разочарую, вот увидите, я вам очень пригожусь. Гарантирую. Слушай, ты ведь не собираешься принять его, да? Он хочет только украсть сведения о Акацуки. Я этого не сделаю, мой интерес совершенно искренен. Хорошо. Мы приветствуем тебя в рядах Акацуки. Ты не шутишь? Такие, как он, лучше держать поближе к себе. И еще он понимает, что пока я рядом, он не сможет делать то, что ему вздумается. Да, я понимаю. Похоже, я ничего не могу предпринять. По крайней мере, сейчас. Хорошо, мы готовы. Пора возвращаться. Его лицо. Я точно где-то его видел. Судьба — забавная штука, правда? Джирайя? Ну и как вам, Орочимару? Совершенно неприметный, он ведет себя очень тихо. Даже Орочимару не решится на серьезный поступок, пока за ним приглядывает Пейн. Кстати, Мадара, один из тех, кого ты привел, Кисами Хашигаки, объединился с Итачи, но... Да, все хорошо. Остальные тоже разобьются на команды. Поэтому нам нужен еще один. Кто следующий? Дейдара, ниндзя-беглец из деревни Камня. Приведите его к нам, он будет работать вместе с Сасори. Зетсу, скажи Сасори, Итачи и Кисами найти Дейдару. Хорошо.
Акацуки? Акацуки? Прости, но меня это совершенно не касается. Я просто хочу сосредоточиться на своем искусстве. Искусстве? Я создаю шедевры из глины, которую делаю сам. Они взрываются. И тогда становятся еще более возвышенными. Это и есть искусство. Настоящее искусство. Это взрыв. Хватит. Я сам этим займусь. Что? Ты хочешь драться? Да, если я одержу победу, ты присоединишься к Акацуке. Не стоит недооценивать меня и мое искусство. Покончил с формальностями. Ну что ж, нам предстоит бой. Итачи против Дейдара. А, кстати, еще о локализации. Некоторые писали, что она, мол, неточная, не соответствует аниме. На самом деле локализацией занималась сама студия Namco Bandai, так что, возможно, им даже виднее было, как правильно, что переводить на русский язык, а многие смотрят с любительским переводом, так что тут уже сложно поспорить. Сэнтоу кайси! Ну, погнали! Так, ну что такое? Ого, он меня уже отнял! Да никак я не могу. Что-то у него вообще встал. Что ты встаешь-то? Держи. Получи. Я вообще что-то не могу его коснуться даже. Он какой-то, он не хочет биться, нападать, он только сопротивляется, такое ощущение. Ну, давай. Че это он сделал? Так, нифига себе. Давай. Ну что ж такое-то? Ну! Я чувствую, я сейчас проиграю. Вроде все делаю как надо. Но! Он сразу же улетает от меня. Вот только стоит мне. Да засранец какой-то. Но! Да никак вообще. Капец какой-то. Это как с ним сражаться-то? Он убегает и все. Или в блоке не стоит ждать его, что ли? Ну давайте я в блок стану. Вообще какой-то, блин, прыткий чувак. Ойра но сайко ни куру кац кюкёку на ато. О, что это я сделал? Дневника поставил. Мада вакаранай но ка. Има но умай но джоукё га. Койцу. Котоба такуми ни мадо васотте кондан ка. Да достал ты меня, урод! Ну блин! Ну! Долби его! Долби! Ну! Ну! Ну!
Ну, блин, да! Подмену делай, да ёлопалы! Ойра, но гейджит не бойся, не пону, Йодана. Чё ж дальше-то будет? Судана. Нанда. Чё ты подмену не делаешь? Кончилась подмена, что ли? Ух ты, блин, он меня парализовал, зараза. Что ты подмену не делаешь? Ну, зажимай же подмену. Давай, давай. Давай. Сразу кизитара дуда. Нани тягарю? Ими ваканне кото иттен жалею. Мада амай на. А? Художнику конец, позволь мне превратить свою смерть в произведение искусства. Да, неприятный враг какой-то был. Ты у меня как на ладони, с самого начала у тебя не было шанса на победу. А, ладно, выиграл кое-как. Каждый персонаж как-то, у меня своя техника, не знаешь. Хоть немножко обучали вот конкретным персонажам, что он умеет делать, а то наугад это делать как-то странновато. И ранг самый фиговый дали. Ой, сколько всего, сколько всего, сколько всего-то? Ты сильнее, чем я ожидал. Но... это конец. Для начала лучше внимательно взгляни на себя. Гендзюцу? С каких пор? С самого начала. Увидев шариган Итачи в первый раз, ты сразу попал под действие его гендзюцу. Это искусство! Ты проиграл этот бой! Давно мы не собирались все вместе. Что за повод? Мы нашли 10-го и последнего кандидата. Наконец-то! И? Орочимару. Существует религиозная группа, именующая себя Путь Джашин. Думаю, их справедливо можно назвать сектой.
Недавно я узнал, что эта группа достигла определенных успехов в одном из своих экспериментов. И что же это за эксперимент такой? Бессмертие. Бессмертие? Того, кто обрел бессмертие, зовут Хидан. Он был ниндзя из деревни Горячих Источников. Мы привлечем Хидана и сделаем его нашим новым членом. Орочимару, Кокузу и Зетсу, ваша задача привести его. Ясно. Будьте все осторожны. Судя по тому, что я знаю, убить его будет непросто. О, убедить. Катун, адская боль. Утон, великий порыв. Это было опасно. Похоже, то, что сказал наш предводитель, правда. А вы хороши, в смысле, хороши на роль жертв. Ты так подумал над нашим предложением, Хидан? Мне нет дела до Акацуки. Если я могу убивать, мне ничего больше не нужно. Я свободен. Как последователь пути Джашина, я буду и дальше приносить жертвы ему. И я вечно буду... Замолкни. Я пришел сюда не для того, чтобы слушать весь этот религиозный вздор. Я пришел, чтобы увидеть силу бессмертного. Что? Ты? Ты действительно сказал вздор? Разве плохо говорить правду? Ну ты даешь, назвать путь Джашина вздором. Это страшный грех, который ни в коем случае нельзя простить. Повелитель Джашин, узри, как я сокрушу этого глупца в мгновение ока. А он выглядит устрашающе. Любопытно. Ты неверный, время умирать. Так, ну что ж, нам представить новый поединок. Кокузу против Хидан. Надеюсь, что что-нибудь смогу сделать. Ух ты, блин, он какой резкий-то. Ай! Нифига, он в натуре резкий. Чувак, успокойся! Подмена уже не работает, все, короче, все истратил. Что-то он вообще резкий, не знаю, что делать. Давай, давай! И кума не нарисочанай. Ну, получил! Получил! Получи еще! Копим энергию. Черт. У меня очень быстро подмена тратится. Я сейчас меня побьет, я чувствую. Ну чё, тут не вышло, блин, он мне сразу. Да все, мне хана, я чувствую. Давай! Oh.
Толку от этого сейчас не будет. У меня жизни почти не осталось. Шибутой. Орен но суге карада ва теме но ява на мон та чигау да. О. Шинтай но. Да чёрт. Всё, всё. Серьёзный противник. Ну ладно, повторим. Сэнтоу кайши. Темева. Гита-гита но боко-боко ни сте бара-бара ни сте кана. Как какой цвет. Отлично. Ура, ура. Бибитин же не за дура. Омаева дамотте татакану кото но декинай нока. Ано хейва боке сте. Мочи его, блин. Отлично, вот так вот и надо было начинать. Секакни нагари дакедо. Ии кума ни нарисо жанай. Даре га кума да, даре га! Ах ты, блин, не вышла. А, сволочь! Подмена работы, блин! Что такое-то? Собака, получай! Как же мне подмену-то восстановить? О, восстановилось немножко. Да, блин, урод! Да что ж такое-то? Бутс-бутс иттен жа не! Кимочи варинь! Джасин-сама! Моу-сугу ние о сасаге маскара! Моу катта киде иру то а... Кино хаяй яцу да! Давай! Давай! Чёрт, он сбил мою дзюцу! Давай! Давай, 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 давай! Давай! Есть! Это должно закрыть твой огромный болтливый рот! Шоубу ари! Ура, ура, ура! Бессмертием такой урон для меня вообще не проблема. Знаете, что у него в руках что-то шевелится, под кожей двигается. Опять ранг плохой, блин. Не знаю, как я выигрываю тут хорошим рангом. Блин, они быстрые, шустрые, долбят постоянно. Опять теперь персонажа можно использовать в качестве сетевых клонов, лидеров и поддержки. Что-то за прошлый бой больше всего дали. Он убит? Нет, похоже, еще живой. Больно же, черт возьми. Хорошо, теперь ты часть Акацуки. Постой, я же сразу сказал, что я не заинтересован в вашей маленькой организации. Я просто хочу все разрушать. Это невозможно. Почему бы и нет? Если ты вдруг слетишь с катушек, у тебя начнется охота за твою голову, это значит награда, и ты не сможешь убежать. Даже если ты не умрешь, тебя все равно смогут запереть. И ты не будешь больше приносить жертву своему любимому Джашину. Но если ты присоединишься к Акацуке, ты получишь защиту.
и сможешь заниматься любимым делом, как ни в чем не бывало. А еще в Акацуке есть человек, которого можно назвать первопроходцем бессмертия. Мне кажется, ты только выиграешь. Первый? Да, это кто еще такой? Ты тоже бессмертный? А теперь я хочу услышать твой ответ. Что ты выбираешь? Я понял, я к вам присоединяюсь. Значит, мы договорились. Добро пожаловать в нашу группу, Хидан. Добро пожаловать. Никогда не думал, что однажды случится нечто подобное. Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы. Теперь Акацуки в сборе. Конан. Итачи. Кисаме. Сасори. Дейдара. Какузу. Какузу, Хидан, Орочимару и Зетсу. У каждого из вас свои цели и мечты. Наконец мы все здесь. И теперь мы наконец сможем перейти к полномасштабным действиям. Наши цели — все хвостатые звери от однохвостого до девятихвостого. Наш враг силен, но мы соберем всех хвостатых зверей. Исполни великий замысел Акацуки. Десятером мы этого добьемся. И запомните, поражение недопустимо. Вперед! Акацуки выходит на сцену. Проект Цукиноме. Начинается. За создание. Итак, друзья, мы прошли главу основания Акацуки. Теперь у нас открылась новая глава «Два Учиха». Не знаю, что это значит. «Два Учиха» или «Два Учиха», может быть. Вот, там два персонажа показаны, да, видимо. Вот. Что ж, на этом данная серия завершается. Если хотите увидеть прохождение следующей главы, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях. А я уже посмотрю по вашей реакции, стоит ли записывать это прохождение дальше или нет. Ну что ж, с вами был Раштанидзука. До новых встреч!